Всех приветствую. Лазаревское, 28 число. Что-то потерялся, что ли? Время. Сейчас покажу. 9 часов 42 минуты. Температура за бортом 6 градусов. Полградуса я, как всегда, убираю. И мы с вами едем на Рыбацкий. К этому времени, к 9:42, я уже побывал в нескольких населенных пунктах. Снял, на мой взгляд, очень интересные ролики, хотя вы наверняка их уже увидели. Может быть, я еще как-то так их распределю. Не так. Но думаю, что вероятность того, что вы их уже увидели, все-таки весьма-весьма велика. Итак, я еду на Рыбацкий, хочу там где-нибудь сейчас найти себе местечко поближе. И пойдем посмотрим, каково дела там на Рыбацком после шторма. Хотя шторм продолжается, на сей момент шторм есть. Мы с вами это все сами сейчас увидим своими глазками, как говорится. Мне только осталось заглушить транспортное средство, взять на всякий случай зонтик, потому что сейчас только что в Солониках я попал под косой дождь. К счастью, здесь его нету. Слушайте, что они сделали? Какие яркие, красивые крыши. Здесь в районе озера Дивного. Не, ну то, что они здания перекрасили в этот серый цвет, это понятно. Но крыши такие красивые. Я, правда, не знаю, для чего в серый. Наверное, какие-то там жучки, может, какие-нибудь ели. Бог его знает. Ладно, идемте. К сожалению, само вот это вот заведение, которое называется озеро Дивное, сейчас закрыто. Поэтому я туда не попаду. Ну, а то, что я не вру, вот, пожалуйста, смотрите, 28-е. Правда, у них 9:16, по-моему, все-таки чуть-чуть. Не 9:16, 9:40. Хотя, если 9:16, меня больше устраивает, потому что мне надо еще там кое-куда съездить, кое-что купить строительное. Я имею там пески, мешки и все такое. Рыбацкий поселок. Ну, что вам про него рассказывать, вы и так все знаете. Тысячу раз тут ходил. Уютное местечко, очень многим оно даже нравится. Атмосфера такая своя, приятная. Обращаю внимание, что приятная. Вот что тут вот манящее есть в этом лабиринте зданий. Но меня интересует больше сейчас набережная и пляж. Куда я сейчас с вами отправляюсь? Здесь внутри, даже внутри поселка, внутри здесь строений, тут все нормально, никаких повреждений, ничего такого не произошло и произойти не могло. Таких сильных ураганных ветров у нас, но если были, то отдельные порывы, это, скажем так, которые все-таки, да, ряд деревьев повалили в парке там, на улице Павлова, на трассе. Но основной эпицентр, вся проблема у нас возникла в районе моря. Я слышал, он даже метут сейчас наводят порядки уже люди. Вон кто-то по поводу ливневок задумался. Новую брусчатку уже привезли, люди стараются, делают. А тут на тебе шторм. Ну вот, выход. Ух ты, мы вышли из бухты. Встречает нас холодильник Балтика. Ну сами смотрите. Пляж, как пляж. Никаких глобальных изменений здесь не произошло. Ну, немножечко вот подпортило эти строения. Да и все. Море по-прежнему красивое. Весь дождь остался, видимо, в Солониках. Вот где-то вот там. Где я только что был. Ну, ребята, он поправляет ролл-ставни. Здесь как бы все нормально, без происшествий. Я не вижу никаких повреждений. Пойдемте посмотрим в сторону кафе. Туда, наверное, на набережную выйду. Так, мелкие хлопоты на сей момент. Ну, за исключением холодильника, конечно, Туборг жалко. Хороший, большой холодильник. Хотя, может, где-то не мелкий. Видите, где-то ролл-ставни повыбивало у людям. Вынесло песочек. Ну, здесь все-таки Рыбацкий поселок. Наверное, люди более опытные, видите. Подготовили, убрали технику в основном всю. Да, набережную закидала камнями. В некоторых заведениях вон холодильники также
О, нет, знаете, серьезный, судя по всему, был стормик. Там камешки так метров за 8-10 от меня дальше. Причем нехилые камешки. Здесь вон даже где-то стойку выломило. Люди прятали свое имущество, видите, за железным профилем вот этим. Прям туда улетело, стойку вынесло нафиг. И камней там внутри дофига. Причем камешки, я вам скажу, не детские, такие вот булыжнички. Здесь тоже. Да, конечно, блин. Хлопот пацанам и девчонкам добавится. Вон холодильники тоже у парня. Кафе Балтика. Просили Балтику, я помню вот четко. Балтика, как там Балтика? Да Балтика как раз нифига. Ну, фактически, есть, конечно, тут определенные проблемки. Ну, вот смотрите. Перила, ограждение. Но это малозначительное такое, знаете, которое восстанавливается. Все на место ставится. Без проблем. Основание бетонное. Хорошее. Балтика. Одно название Балтика, сами понимаете. Хотя вот тут вот тоже плита пострадала. Ну, я думаю, дольют, укрепят. И все нормально. Название Балтика предусматривает большие, сильные дожди. Шторма и прочее. Море вот такое. Шумит. За кафе Балтика вот какой-то навес немножечко пострадал. Буду показывать море тоже. Волны по-прежнему серьезные. Но на фламинго я не пойду. Я уже там был. Здесь у нас рыболовные суда стоят. Ну, вроде как нормально все тоже. Без проблем. Не, ну, небольшие такие, знаете, вот поломочки. Есть определенные, да и все. В целом, на рыбацком все спокойно. Я так думаю, что основными пострадали больше холодильники, наверное. Вот тут вот, смотрите, какие булыжники. Это нехилые булыжники сюда. Заносило так не слабо. Серьезно. Такие камешки. Песка очень много морского. Вот, смотрите. Камешек. Он-то килограмм 20 как минимум будет весить. И все это вот выгребать, вывозить. Где-то вот видите, полностью восстанавливать кафешку. Да не ругайся, это и так самому тошно. И холодильники он побило тоже. А холодильники, они же в большинстве своем арендованные, знаете, так в разных, в ряде компаний берутся там, типа. Ну, раньше Coca-Cola, сейчас не знаю, как берется на прокат. И люди работают. Не знаю как. По идее, это форс-мажор. А когда форс-мажор, может, какие-то в контракте наверняка прописано что-то. Ну, в общем, разберутся без меня. Обратите внимание, песок выше, чем вот это вот ограждение бетонное. В целом же здание и строение не пострадали, все нормально тут что. В основном страдают, видите, вот ролл-ставни и холодильники. Пойдемте на чайку, зайду еще и поеду за цементом, а то я не знаю. Меня там наверняка уже ждут, заждались и матерят. Туборг жалко. Компанию не жалко, холодильник жалко. Вот здесь, наверное, была такая тихая гавань. Сюда наверняка все машины загоняли. Подальше от греха, как говорится. Чайка. Тот, который пляж. О, что, дождик опять начался? Ага. Опять пошел. Тут вообще все спокойно, тихо. Пляжная полоса достаточно широкая. Ну, нанесло немножко мусора, который, кстати, сейчас прям даже в дождь убирает.
В данном месте даже ставни не пострадали. Навесы все на месте, все стоят. Как бы, что еще показывать-то? Я даже не знаю. Ну, в общем, все спокойно, ребят. В целом, без происшествий. Все хорошо. Никаких таких серьезных повреждений нет. Всем говорю до свидания, всем пока, привет с Рыбацкого. Поехал теперь по делам. Все. Меня нет, я убежал. Что-то не выключается. Ну вот, камера, походу, глюканула. Твою маму, блин. Вот только этого, как говорится, нам и не хватало.